Сейчас я сниму, как Света купается в Мертвом море. Утонуть не утонешь, потому что под воду не пойти. Здесь надо учиться плавать. Кстати, где холодная вода? Ну вот, холодная вода нашел. Ой, горячая. Иди сюда, в ракушке. Свет. Oh my gosh, my hands are dry. Feel your hands up and put them in the water. This is so weird. My hands feel dry. Yep. Rather oily. Use the rail. We're gonna use the rail to lay back. But what Grandpa just did. What? Floating totally on top of the water. See what he's floating right in the water? Okay. You ready to float? Пойдем, где холодная вода. Горячая. Тут на дне соль. А тут песок. Там и Иерихон прямо был. Чуть дальше за поворотом. Это кого-то. Ну, красавица, вы уже последний день здесь ночью улетаете. Что ты можешь сказать об этом? О твоем Тиюле? Ну, это как путешествие. Тебе понравилось здесь? Очень. Вот мы здесь так собрались, немножко игрушек понабирали, так разложили, вот они лежат. Такие вот они все красивые, хорошие. Здесь есть кряк-кряк. Сороконожка, вот ее задница. И вон она, голова торчит. Вот она, вот она, вот она. Вот она, голова. И вот такие вот игрушки здесь. Все. Тут обезьянки, собачки. Всякое такое вот.
много игрушек есть. Глазастые. Такие красивые. А, это же пухлый. Помнишь, я тебе говорил, она какие-то такие собирает? Вот это вот Ули понравилась обезьянка. Не знаю. Джесси промолчала, не дала. Вот так вот. Вот она наша комната. Это спальня. Мы здесь находились. Да. Тут еще наверху у нас такие бабаюшки есть. Такая вот картина. Ну а там это наш семейный. Пойдем посмотрим дальше. Что, ну и здесь мамка моя присутствует. Всегда со мной. Я люблю ее. Это сейчас вот детская комната здесь. Если они не спрятались. Кто не спрятался, я не виноват. Вот она, Джессика здесь. Еще не уехали, так они. Она здесь свой дневник. Каждый день записывала, что что как было. Это вот такая вот комната у нее. Тоже такой телевизор у нее здесь стоит большой. Там компьютер внизу стоит. Вот такая вот у них кровать была. Два матраса надували им. Вот. Да. Вентилятор. Это ее грамоты, медали. А, молодец. Хорошая девочка. Папа, покажи поблизости мою медаль. Да, покажу, доченька. Вот здесь вот так вот у нее. Вместо пола у нее тоже игрушки есть. Остались. Это она здесь изучала. Клавиатуру. Ну, это ей еще рано. Вот так вот. Она просила показать медаль поближе. Они на кухне, папа, они на кухне. Вау, на кукле, на кукле. Это на надо. Вот сейчас вытащим их. Вот такие вот три медали. Здесь на кукле она висит. Одна школьная, а другие за танцы. И за спортивные соревнования. Эти три первые места. Вот на куклу она пошла. Вот Хуля пришла. Уля, не исчезай. Вот они здесь вдвоем спали. Помахай привет. Тебе понравилось? В Израиле путешественница. Как говорят, лягушка путешественница. Вот так вот они здесь отдыхают. Вон здесь купили новый портфель, подарили. Такой, пойдемте в зал теперь. Там свет потуши, Уля, если не нужен. Пойдем в зал. Вот так вот. Вот они. И там у нас тоже всякие есть фотографии, такое, такое. Холодильник. А, холодильник это там эти, а я здесь фотографии. Какой-нибудь иди выбери. Мамы есть, у нас нет. А какой? Дети четверо. А нет, у меня одна. Вот она моя маленькая. Помахай, Марисик. Эй, а что глазки закрыты? Я отдыхаю. Да. Володя. Володь. Ну как тебе выбрали? Остаемся. Ну тут вот, да, тоже такой там, тоже большой телевизор стоит. Вот они сейчас скачивают, всякое такое.
фотографии. Мы не скачиваем, мы этих чудиков ждем. Сашку ждем. Вот они. Вот. А Сашки нету, он где-то болтается, так и скажу. А, Сашки говорят, нету, где-то болтается, они его все в скайпе ждут, пока в скайп. Кукушку так не удалось Вовке, не хватило времени. Да, кукушка сдохла, не кормили, не поили. Еще раз привет. Привет, привет, девочка. А, все, уже ухожу? Уходишь, пока. Вот так вот кухня у нас. Видите, она вообще не идет. Ну ничего. Не идет? Зачерпируется? Вот так вот у нас кухня тоже, как это. Здесь вот на холодильнике всякие. Здесь верхний ряд куколки. Вот такой вот. Бери, какая нравится. Ну. Так иди с нею. Да, чтобы посмотрела Марина. Это все магнитики. Я вам показываю. Я вам полосками показываю, потому что здесь нет места, чтобы все вместе показать. Это ложки. Ой, тарелки, ложки такое. Это наша кухня. Я здесь вот клеем, обклеил полосу, сделал. Это кофеварка. Вот. Здесь наш знаменитый чайничек, арбуз. То, что еще осталось на столе. Вот. Ну там это на улице. Цветы, такое все. А это балкончик мой, где я здесь курю. Стиральная машина, такое все. А здесь они спали. Сейчас вот чемоданы собирают. Вот на этой кровати они спали. Тоже у них вверху. Такое все. Ой. Так, Володь. Надо поснимать, поговорить что-нибудь. Я сейчас приду. Кого поговорить? Чтобы не останавливать. Так паузу надо нажать. Так, что есть, что лишнее, отдавайте нам. Ничего лишнего. Вот он, их автобус. Так, доча, хорошего дня тебе. Обещаю никому просто так. Да. Все, бай. Шалом. Так вот они уехали в школу. Посмотрим, что дальше будет. Нет, ключ. Ты что?
Что, солнце боится, да? Вечером я не приду домой. Знаешь, что самое лучшее? Я тебя сама. Так, вы с палочками поосторожнее, мальчики. Она же вампир, она бессмертная. Да, она не тот вампир. Я бы просто забрал... Все вместе, да, посередине встань, посередине. Привет. А у вас сегодня нету его, да? Сегодня праздника нету у вас? Тоже нормально. Родителям легче. Ближе. Ты получил... Я беру компой, его получил. Адриан, встаньте. Адриан, встань. Ниндзя. Подожди. О, у меня батарейка, ты же знаешь, он не выдерживает. Бегом. Встань, сделаем. Где? Встань здесь. Туда, Адриан. Туда. Эй, туда. Меня убить. Адриан, сюда, ну встаньте уже и все. Все, смотрите сюда. Встань. Смотрите на нее и режьте ее. Ладно. На нее. Давай. А ей хоть бы что, да? Встаньте вдвоем. Ну в этих масках. Ну все, пока. Что ты хочешь на сегодня себе пожелать? Давай. На будущее? Много крови. Зачем оно так надо? Ну, ну сейчас ты плохая девочка. Ну, а когда ты станешь опять хорошей девочкой? Годом я хочу стать годкой. Годкой? Да. А что это такое годка? Годка это те, кто считает, что у них жизнь все. И они ходят все в черном. Да? Девчонки. Понятно. Давай, встань. Убери это, пока будешь идти. Нет, все пока нормально. Мне помаду поправить? А? Помаду поправить? Не, не надо. Ничего не надо. Так, а я сумку возьму? Так. Ну ладно, ты мне поможешь. Сумку возьмешь, снимешь перчатки и возьмешь. Не буду. Не буду. Дай мне за телефоном образом. По крайней мере, я могу себя заматывать в своем. Ладно, до следующей съемки. Опа! Пришел, который... Теперь всех будешь пугать. Да, всех. Он маленький, да. Да. Вози, коровка, сколько вози? Thank you.